Здравствуйте, в эфире «Сороковочка», программа о Северске и Сибирском химическом комбинате. 28 сентября атомщики страны отметили свой профессиональный праздник. Раньше, в силу повышенной секретности, такой возможности у них не было. Но сегодня страна, как говорится, знает своих героев. Тем более в год 70-летия создания молодой, наукоемкой и перспективной отрасли – атомной. Торжественное собрание, посвященное праздничной дате, прошло и в Северске. Поздравить северских атомщиков прибыла солидная делегация во главе с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. За то могущество и потенциал, которым обладает российская атомная промышленность, Сибирский химический комбинат, мы благодарны вам. Ваша отрасль играет одну из главных ролей и сегодня в развитии нашей Томской области. Сергей Анатольевич напомнил о главных совместных проектах госкорпорации «Росатом» и Томской области. Это создание опытно-демонстрационного комплекса с реактором «Брест-300» и пристанционным топливным производством. Это создание в Северске территории опережающего социально-экономического развития. Губернатор выразил твердую уверенность в том, что такая территория, где будут развиваться неядерные производства, создаваться новые рабочие места, станет первой в стране. Конечно же, были вручены в этот день награды ветеранам и действующим работникам СХК и его дочерних обществ. Нам есть чем гордиться. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛа. И, конечно, на обогащенном уране Сибирского химического комбината. Перед топливной компанией ТВЭЛ стоят масштабные и амбициозные задачи. И, конечно, залог будущего успеха – это ваш талант и профессиональное мастерство. Атомная отрасль, созданная 70 лет назад, с честью...